больше у нас нет никаких проблем с ресурсами или заводами. В Советском Союзе было взято под контроль более сотни таких предприятий. Все назад! Войдите! Маршал КВ-6! Стало известно, что весь отряд генерала КВ-5 был взят в плен! Только не это! Маршал КВ-6! Я требую, чтобы вы отправили меня туда! Ты чего такой задумчивый стоишь? Да вот, лето уже заканчивается, а я еще не выбрал, куда поступать. А я тебе подскажу, ты разве не слышал про Алабу Габалитех? Там можно зарплату получать с первого курса, до 70 тысяч рублей. Да еще и поступление не по ЕГЭ или ОГЭ, а по результатам бизнес-симуляции в формате компьютерной игры. Круто! Расскажи поподробнее. Алабу Габалитех – это дуальная программа «Работа плюс обучение в колледже», которая уже сейчас готовит лучших технологических предпринимателей в РФ. Если ты закончил 9 или 11 класс и хочешь получить востребованную и хорошо оплачиваемую профессию бесплатно, тогда тебе точно в Алабу Габалитех. Как я уже сказал, зарплата здесь до 70 тысяч рублей с первого курса. Проводятся регулярные киберспортивные турниры, комфортное проживание, а обучать тебя будут действующие инженеры, которые дадут реальные навыки, а не только теоретические знания. Ты работаешь буквально с первых дней обучения, это значит, что к концу обучения у тебя будет опыт работы от 3 лет. Ну и куча всяких интересных активностей, вроде пейнтбола и стратегических игр. Тут много разных направлений, от промышленной робототехники и микроэлектроники до лечебного дела, экономики и химического анализа. Каждый найдет что-то по душе. Все подробности будут по ссылке в описании. Успей подать заявку, набор скоро закончится. Лейтенант Щука, ты же понимаешь, что если весь отряд пал, значит немцы успели укрепиться. Ты сделаешь им большое одолжение, если явишься туда. Но там же Хлопец! Густав полностью готов, чтобы выдвигаться в наступление, считая, что существование Советского Союза остались считанные недели. Скорее, пожарных сюда! Сейчас же! Коммуняк Густаву больше не подпускать. Делайте все сами.